Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Крюга ТВ. Сегодня поговорим о такой необычной машине, как АСУ-57. Машина 6 уровня, альтернативной ветки развития ПТСАУ СССР. Она такая маленькая, это как будто кресло какое-то сперли и поставили на шасси. Выглядит очень, конечно, странно. Орудие у нее что-то не очень даже опускается, хотя есть чуть-чуть. Ну и в общем, она такая очень интересная и своеобразная. Перезарядка у нас какие-то жалкие 2,8 секунды. А вот сведение, конечно, здесь подкачивает 2,2 секунды. И пробитие 160, средний урон 215. Если с пробитием тут все в порядке, то вот с уроном как-то не очень. Потому что, ну да, хоть скорострельность нехорошая, но вот урон копеечный, 210 по меркам 8 уровней, это мало. Но у нас же 6 уровень, и для 6 уровня этот набор характеристик очень и очень неплох. Хотелось бы увидеть какие-нибудь ротные бои в будущем, где, думаю, эта машина будет активно применяться, потому что она маленькая, очень и очень шустрая, и имеет, в принципе, неплохое орудие для 6 уровня. Но есть еще одна загвоздка. Это не только маленький урон от орудия, но еще и маленькое количество хипов, это раз, а во-вторых, у нас брони-то 6 мм. Да-да, ребят, 6 мм. Вообще нету брони абсолютно. Любой фугас от любого танка, я думаю, нас пробьет даже от первых. Ну а про ББшки я вообще молчу, шьют нас насквозь просто. И с вылетом снарядов со свистом. Но машинка маленькая и вроде такая незаметная должна быть, но я не знаю, пока механика засвета не доработана, действует это как-то или нет, но, по крайней мере, сейчас вроде выглядит неплохо, но это пока только выглядит. Поехали, в общем-то, мы вперед, раз уж мы такие маленькие юркие, куда-нибудь уж проскочим, если на кого нарвемся. Плюс обзор сейчас меньше из-за дождя, но, в общем, могу сказать, что эта машинка очень интересная. Хоть я и не знаю, не обращал на нее какое-то особое внимание, да и теперь, в общем-то, пока еще не собираюсь, пока нету чего-нибудь с ней связанного более конкретно, или разбивки уровня боев хотя бы, чтобы шестые с шестыми играли, ну и тому подобные вещи, то, ну, думаю, машина будет не так уж и интересна игрокам, потому что с шестыми на восьмые, когда попадаешь, в общем-то, всегда страдаешь. Вот это поворот. Ой, еще один поворот. В общем-то, взорвал я этого ВК, но тут 69-ка нарисовалась, и как-то мне это вообще не нужно. Потому что 69-ка с одного барабана спокойно нас убьет, просто без всяких проблем. Поэтому мы ретируемся. 69-ка хоть танк и средний, хоть танк и быстрый, но не настолько, чтобы догнать АСУ. Как вы видите, едем даже при повороте где-то 40 км в час, ну а просто вперед 45. И мне это, конечно, очень понравилось. Динамика, как у легкого танка, это вообще круто, особенно если учесть то, что ты играешь на ПТ, в принципе, с довольно-таки неплохим орудием, хоть и малодамажным, но зато пробивным. Голдой мы пробиваем вообще аж 208 мм, и там уж никаких проблем с восьмерками не возникнет, ну я не знаю, разве что только у совсем уж, извините, клешнерукого индивида. И вот я думаю, что с пробитием здесь абсолютно все в порядке. А когда мы заезжаем кому-то в корму и на ближней дистанции, то вот здесь спасения от нас нету. Мы как надоедливая муха кусаем и кусаем и кусаем. И после этого жить уже врагу не хочется. Но когда мы попадаем против какого-нибудь Т-69, который начинает по нам палить, это все не весело становится. Закрутить, конечно, мы его можем попробовать, но я не думаю, что это должно отлично получаться у ПТ-шки. ПТ-шка все-таки не крутит врагов, как я подозреваю и как я знаю по опыту использования других машин. Вот это поворот. Разворачивает нас очень даже весело. Надеюсь, он нас не добьет. Нет, не надо, не стреляй по нам, Вася. Уходим, уходим, уходим. На полной скорости валим, валим, валим. Как можем, может быть, за сушку спрячемся. Да, мы вроде как спрятались за сушку, но она начинает отъезжать. Стой, Вася, нет, нет. Вот так, встать как-то. И давайте убивайте эту сушку, потому что я умирать не хочу. Вот так вот надо действовать на этой машине. Нет, 69-ка, ты меня не выцелишь. Да, выцеливаешь кого-то другого, ну и помри поэтому. А-а-а, не помер. Вот это, конечно, была просто эпическая ошибка. Ну да ладно. В общем-то, весело прокатились. И давайте заодно покажу результаты боя, потому что, в общем-то, он уже почти что сделан. Осталось только тигра добить. Какие все-таки итоги по этой машине? Даже на 6 уровне она доставляет море удовольствия. Ни одна машина 6 уровня мне столько, наверное, удовольствия не доставляла. Она вполне себе на равных может тягаться с 8 уровнями. Конечно, лоб в лоб она их не убьет. Но вот играть в таком стиле ЛТ с хорошей пушкой мне очень понравилось. Да, нет башни, но зато скорость просто великолепная. Ну и вообще я всем рекомендую эту машину вкачать, хотя бы чтобы для того понять, что это за машина и как на ней играть. Очень фановая, вот мне сейчас очень понравилось. Хоть я и помер, но это не такая уж и большая проблема. На какой машине 6 уровня можно так быстро набить 2000 урона в бою с восьмерками, где их, в принципе, не так уж и мало.
шестерок этих, семерок, восьмерок. Ну, в общем-то, очень понравилась мне эта машина, и я вам всем ее рекомендую, конечно же, вкачать. Все-таки до нее качаться не очень долго, там до Су-85 вообще вкачаться, наверное, один день, ну и после этого уже дела быстро пойдут, потому что Су-85 машина довольно-таки хорошая. Заодно еще и другую ветку вкачаете ПТ, там вроде переход сразу на две ветки идет. Ну вот, в общем-то, такие результаты по этой машине, которая, в общем-то, очень интересная и такая необычная. Редко увидишь такие ПТ-шки. Ну и вся ветка в похожем стиле, конечно же, о ней я буду рассказывать дальше. Ну а с вами был Крюга ТВ, всем спасибо за просмотр и всем до скорых встреч.